Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале JoyFox Play. Сегодня мы снова поиграем в Android-игрушку под названием «Симулятор полицейского». Посмотрел я, что у нас тут закрыто довольно-таки много примочек, и они довольно-таки все смешные. Ну, например, возможность остановки грузовиков. Почему бы не попробовать? Также из примочков есть у нас алкодетектор. Да, мне нужно, короче. Вот у нас, кстати говоря, куст. Так, как мне вертеть камеру? Бля, так неудобно это все сделано, честно говоря, на эмуляторе, и, ребята, играть очень сложно. Я рядовой полиции, предъявите документы. Так, нарушение не выявлено. Ну, короче, проверим документы, выпишем протокол, что будем делать, отпустим. Так, короче, друзья, вот там, вот вдалеке вы видите вот этот вот куст, который должен как-то работать, и не должны меня, по крайней мере, замечать. И в принципе, если они будут быстро ехать, мы можем их останавливать, как бы спрашивать документы. Не остановился по требованию, в смысле отправиться в погоню. Так, короче, друзья, вон у нас куст, работает он примерно следующим образом. Они едут, не видят, что, короче, я здесь стою, и поэтому продолжают быстро-быстро гнать. Что ж, мне же лучше. Кто будет нарушать скорость, превышать скорость, я буду как бы останавливать и все дела. Так, езда без прав после лишения, 15 тысяч он стоит. Я мог бы, конечно, взять взятку и таким образом быстро бы накопить денег на всякие примочки. Да, наверное, в принципе, так и сделаю, почему, собственно говоря, нет. Да, что сегодня за смена такая? У людей денег нет. Вот кого не останавливаешь, никто, блин, не нарушает. У всех какие-то штрафы такие маленькие. Вот я проверяю документы, и все, в принципе. Тихо, стой, потому что тренировка. А за тренировку не надо, типа, ничего штрафовать? Отсутствует страховка, чтобы делать. Ребят, вообще, по идее, мелкие взятки смысла нет брать, потому что они тебя могут запалить и не могут настучать потом. Вот 5000 рублей, в принципе, 2073. Ну, как бы это тоже деньги, ладно, я возьму. Я возьму, ребят, но вот эта вот шкала, которая сверху над моей головой, да, не очень хорошо будет, если она полностью наполнится, вот. Поэтому я предлагаю взятки большие не брать. Вот ты 1240, ладно, возьму последний раз. Я не буду больше брать мелкие взятки, потому что никакого смысла нет, я так долго буду копить. Я лучше буду просто протоколы записывать. В общем, вот, хотел я это дело все скипнуть, но потом подумал, ну почему нет? Кому интересно, тот посмотрит. Как я буду, короче, играть за гаишника. Вот моя шляпа, вот я такой крутой, короче. Давайте нарушайте, пожалуйста, поактивнее. Кстати, это не грузовик. Газелька, это считается легковым автомобилем, потому что его вес составляет меньше 3,5 тонн. Буханку вот остановим. Буханку жалко, честно говоря, штрафовать, поэтому просто что протокол выпишу ему просто и все. У чувака и так денег нету, на буханке ездит, алло. Это, по-моему, быстро ехал. Ну-ка, тихо, иди-ка сюда, УАЗик. Ну-ка, нарушаем. Вот, 50 тысяч, это хорошо. И 67 тысяч я, конечно же, возьму взятку, ребят, потому что такие деньги, так говорится, на дороге не валяются. Хотя не, в моем случае, конечно, на дороге-то и валяются. Так, отправиться в погоню я не буду. Знаете почему? Потому что у меня игра вылетает почему-то. Не знаю, надо как-то с этим настроить. Сегодня мы просто смотрим эти примочки. Кстати, мне кажется, у нас уже даже денег хватит. Возможность останавливать грузовики. 45 косарей стоит, у нас 75 есть. Давайте попробуем, как это будет работать. Эта примочка стоит 100 тысяч, но на 100 тысяч мне нужно копить, еще раз копить. В этой серии, друзья, мы с тобой просто смотрим примочки. Ради разнообразия выберем, ночь, время суток. Так, ну теперь мы можем останавливать, в принципе, грузовики. Были бы они где-то еще тут. Так, ну вы пока не нарушаете, поэтому ладно, езжайте, мне вас не жалко. Мой напарник, знакомься, его зовут Акаки. Акаки, ты там спать не ложись, потому что он все-таки на работе, за нами, наверное, тут камера сечет. Кстати, вот этот мужичок быстро ехал довольно-таки. Нет, мне показалось. Мне показалось, что он быстро просто ехал из-за куста и резко начал останавливаться. Ну да ладно. Пускай это остается на твоей совести. Так. Ну-ка давай десяточка. Это же десяточка. Так, нарушение не выявлено. Ну, это десяточка, да. По идее, нужно тормозить иномарки. Начисление заработной платы. Мне еще и зарплату, что ли, платят? Я же работаю. Я забыл, друзья. Ну вот, кстати говоря, вот первый автомобиль.
Первый грузовик, короче, я остановил, я тоже самая буханка была, в принципе, жопик. Давайте чисто поугараем, чисто, может, что-то нарушил. О, езжай, короче. Что? В вашем подразделении проводят проверку, результатом проверки? В смысле? Почему? А что я такого сделал-то? Видели, он на жопике приехал, ну, мужика жалко, штрафы ему выписывали, и так денег нет, вы что? Бессердечные, не буду пока, не без всяких погодей, ребят, уж извините. Езда с выключенными фарами. Да 200 рублей, это вообще копейки. Где эти? Где всякие пьяные водители, которых надо наказывать, что пьяным за рулем ездить нельзя? С выключенными фарами, да и отстаньте вы от меня, уезжай. Короче, их нет смысла останавливать, я, короче, просек фишку. Их нет смысла останавливать с выключенными фарами, потому что штраф копеечный, 200 рублей. Зачем я тебя остановил? Нафиг, езжай отсюда, пожалуйста, с Богом. Позови, пожалуйста, тех, кто действительно нарушает. Ты нарушаешь, у тебя опять выключены фары. Ты заебали вы все. Почините, пожалуйста, свои фары. Господи, боже мой, мне надоело эти копейки. Какие-то обульки. Кстати, ночью не очень выгодно играть, потому что много штрафов выписываю за отсутствующие фары. Они 200 рублей, это вообще, это как бы так не заработать денег. Так, есть грузовики-то? Нет, ну. Я типа как грузовики. О, тихо, иди-ка сюда, пассажир. В смысле, с выключенными фарами. Да похер, я хотя бы взятку возьму. С выключенными фарами. Вот включенные у мужика фары. Вот фары горят, вот фары. Езда с выключенными фарами. Что за бред? Короче, я буду играть днем. Ну его нахер эту ночь штрафовать. Ой, случайно, давай езжай. Штрафовать ночью за выключенные фары — это очень невыгодно. Таким образом, я никогда себе на жизнь деньги не накоплю. И в итоге буду голодать, наверное, всю свою жизнь. Да? Акакий, как ты считаешь? Где там мой напарник? Бля, камера опять упоролась. Как неудобно мышкой-то управлять, кто бы знал. Акакий, может, ты песни мне какие-нибудь споешь, а? Ты там сидишь как дурачок. Вот быстро ехала, Нивушка. Ну-ка иди-ка сюда, Нивушка. Повышение скорости, я сразу заметил, у меня глаз алмаз. А, взятку возьму. Давай, давай, хоть что-то с вас всех поиметь надо. Блин, вот это быстро ехал. Ну, видели, резко остановился. Ну, штраф. Это очень копеечный штраф. Мне нужно, понимаешь, мне нужен какой-то трэш. Мне нужен либо пьяный водитель, либо езда вообще без прав. Ну да, я, наверное, понимаю, что если бы у меня там была погоня, я там за кем-то гнался, наверное, я бы заработал много денег. Вот тут вот, например. Ну, ребят, я сейчас это просто щелкну, и игра вылетит. Не знаю, эмулятор надо настраивать, скорее всего, дело в настройках. Мне так кажется. Хотя фиг его знает. Я буду всех подряд останавливать. 500 рублей, 500 рублей копейки, 500 рублей мне не нужны, уезжай. Вот следующую примочку я бы хотел купить, я бы хотел ее посмотреть. 500 рублей. Бляха-муха, да что вы такие все? Вот я просто, я не знаю, ребят, ну, что за штрафы такие неинтересные? Шо, блин, надо настроить, короче, и в погоню пускаться нахер, догонять их им жопу и, ну, самое, короче, делать с ними. Всякие непотребства, что нахер, а что они не останавливаются? Я что, насрана, что ли, стою, весь день работаю, стараюсь. Ну-ка давай, притормози, проверим документы. Да, страховка, да, давай хоть что-то с вас, давай езжай, своих друзей зови без страховки. Скажи, что здесь добрый дядя полиционер, милиционер работает, он всех отпускает. Ну, если взятку дать, вот так вот, хорошо, все, езжай. Да. Если ты не понял, я не пропагандирую всю эту херню. Ну, в смысле, давание взятки, все это такое, это все довольно-таки плачевно. Так делать нельзя. 500 рублей. Да езжай ты уже, выпиши тебя протокол. Быстро очень ехала. Да, давай. Как отпустить? Да почему? Какие проверки? Что не так-то со мной? Ну, почему штрафы выписывают? Ребят, кто понимает, в комментариях напишите, какого хрена штрафы? Я тут исправно. А разговоров по телефону во время езды. Я исправно выписываю протоколы. Какие дела? Я сегодня так взяток мало взял. Почему меня штрафуют? Я не понимаю. Я мало взяток-то беру. Ну, алло. Блин. Че за бред я несу, господи, боже мой. Так, ладно, ну что-нибудь будет еще? Нет. Я, наверное, сейчас психану, настрою, короче, управление, чтобы игра у меня не вылетала. Если кто-то не будет останавливаться, я просто в погоню буду, короче, идти. Так, ребятушки, ну настроила, короче, управление. Теперь, по крайней мере, игра не должна вылетать. Если будет какая-то погоня, мы обязательно, короче, обязательно поедем. Нарушение перевозки детей. В смысле, детей надо вообще любить, детей надо уважать. А ты без ремней безопасности возишь. Потому что мне надоело, что меня никто не уважает. Мне все думают, что просто как насрано, блин. Стою, они мимо проезжают, и все. Если надо будет в погоню, короче, ребят, поедем. Надоем им, короче, лещей. Нифига себе, блин, такие дела. Не знаю, почему игрушка у меня вылетала, я так, честно говоря, не понял. Езда с непристегнутыми ремнями. 500 рублей вообще ни о чем. Давай, езжай из глаз моих долой.
Сегодня у нас какой-то нерыбный день, будем называть это так. Так, рыбный день, нерыбный день. 5000? Ну, 5000 можно взять. Немножко можно взять, да, давай езжай. Почаще ко мне приезжай с просроченными правами, с просроченной, короче, страховкой. Будет, наверное, весело так. А почему я не могу останавливать машины, которые едут в этом направлении? А нет, могу. Могу, слушай, я думал, что я не могу. 500 рублей, вот, типа, пожалуйста. Хорошо, буду знать. Так, нарушаешь? Нет. Я буду всех тупо проверять, потому что мне нужны деньги. Мне много денег надо. Так, ну-ка, иди-ка сюда. 500 рублей, ладно. 500 рублей. 500 рублей, до свидания, короче. 500 рублей, это вообще неинтересно. 500 рублей, ладно, блин, тоже до свидания. Так, стой. Ты там что-то перевозишь опасно. Ничего не перевозишь. Тихо, поехал, ты что? Тут, давай-ка посмотрим, что у тебя. 5000 рублей, можно взяточку взять. И газелька. Блин, газелька ушла. Газельку не успел я протыкать, короче, своей мышкой. Вот. Что у нас? Буханочка. Притормозила. Меня увидела, да? Нарушаешь? 500 рублей, отсутствует страховка. Нельзя ездить без страховки. Давай езжай, ОСАГО оформляй. Так, тихо. Ну-ка, тихо сюда, Ларгус. 500 рублей. Сегодня какой-то день рыбный, ребятки. Надо какие-то дорогие тачки тормозить, я не знаю. Ну, тут, по сути, весь отечественный автопром. Весь отечественный, бляха-муха, автопрома. Тут люди как бы не такие богатые ездят. Если здесь была какая-то Мерс... О, все, погоня, друзья. Давай. Как вот его только пришибить? Можем включить его? Остановитесь, это полиция. Я вам догоню и надаю, короче, пизд. В общем, вам надаю. Остановись, дурень. Остановись, что ты делаешь? Что тебе прикольно? Смотри, видят первого лица, если что. И погони, если что, опять же, вот, прикольно. Ой, кинематографическая камера, ой, господи, боже мой. Короче, ладно, первый раз я правофлил, я просто искал камеру, чтобы сделать красивую превьюшку. Для вас же, ребят, стараюсь, а у вас, наверное, там бомбить начнет, наверное, жопа вся сгорит, да? Типа, это как-то есть, кто его тебя остановит, так я для вас стараюсь, чтобы картинка была красивая, чтобы вам нравилось. А вы это не цените, тьфу. Но если цените, то не тьфу, тогда извините. Ну ладно, хорошо. Так, ну, мы примерно ангелочек уже. Мы примерный товарищ полицейский, потому что у нас вот эта вот графа уже, ну, синяя немножко завернута. Отправиться погоню. Все, не буду я больше с камерами играть. Мне нужно человека догонять, я тут балуюсь, короче. Что, такие камеры еще есть? Чисто попробую. Объясните мне, пожалуйста, как стрелять. В этой игре вообще можно стрелять? Потому что это довольно-таки интересный вопрос. Блин, слушай, мне бы машину побыстрее. Ребят, пишите в комментарии, а тут есть вообще быстрые машины, или я буду на этой колымаге ехать? Я за ним долго так буду ехать, мне кажется, да, здесь есть другие машины, если я получу другое, короче, звание. Вот. Мне, наверное, дадут получше машину побыстрее. Потому что она вообще не едет. Я его даже не догоняю. Вот что ты мне предложишь с ним делать? Я не виноват, ребят, я нигде не косячил, а просто его догнать не могу. У меня машина медленная, мне нужно деньги зарабатывать. Да иди, короче, туда, откуда пришел, в общем. Так, газелька. 500 рублей. Короче, я не знаю, я буду брать, блин, взятки. Ну что за херня, можете повторно остановить еще раз? Я буду брать взятки, потому что нехер. Вот за этим я попробую поехать, будет это работать так или нет. Просто все-таки это жопик. Как твоя жопик, то вам не быстрая машина, если что. Ну будет это в игре работать? Нет, типа жопик, я могу жопик догонять, если я реально жопик догоняю. Это прикольно сделано, молодцы, разработчики молодцы. Какая вот машина, какая-то медленная, какая-то быстрая. Это нормально, так ну-ка остановись, зараза. Как мне его тормозить-то, ну, ё-моё, объясните мне. Вы догнали, 5000, ты что, охренел что ли, 3,5? Блин, это не так выгодно. Тихо, стой, остановись. Я думал, это будет выгоднее, а это как бы невыгодно. Ну, как бы я буду просто брать взятки, потому что у меня, вот ты видишь, да, вот эта вот шкала, она была... Вообще, что я был супер, короче, примерно гражданин. Я понимаю, что 500 рублей, это вообще как бы смысла нет заморачиваться. Мне нужно деньги, мне нужно 100 тысяч накопить. Слушай, игра-то реально затягивает, оказывается. Не знаю, может в нее поиграть, друзья? Как вы на это смотрите? Пишите в комментариях. Правда, я не знаю, серии-то я обычно записываю подряд. Но если вы все-таки напишите, давай в него поиграем, прикольно. О, 15 тысяч, это я, конечно, взятку возьму, да. Если вам понравится, давайте позаписываем. Ну, чистая залипательная игрушка. Такая, что, повысить звание? А что такое повысить звание? Давайте приколимся. Я, конечно, деньги коплю, ну что, как это было? Я повысил, мне повысили звание или что? Так я герой или нет в итоге? Кто я, пряха-муха? Я герой или нет? 1000 рублей, ладно, возьму взяточку. Так, ну-ка, Волга. А, подожди, это не Волга, это Копендосик. Проверить документ. Ой. 5000, ты прилип, мужик, ты прилип на 5000. Ну-ка, жопик, останавливаемся. 1000 рублей, ладно, я 1000 рублей на дороге не валяется. Хорошо. 15 тысяч, ты мой клиент. 58 косарей мы уже с тобой заработали. В принципе, день сегодня у нас такой довольно-таки хлебный. Тут же можно еще открывать, если что, город. Если
ну, мало ли, тут ты как бы просмотрел с самого начала от серии, можно открывать еще город. А в городе, наверное, будут подороже тачки, поэтому слушай. А есть куда стремиться в этой игрушке, есть что еще, тут ее можно, в принципе, посмотреть. А ее можно посмотреть, так, подожди, стой, иди-ка сюда. Так, ну ладно, давай, до свидания. Пока-пока-пока, короче. Вот. Сколько нам надо там? Давай еще раз глянем. Нам нужно, короче, с тобой 100 тысяч. Бляха-муха, 100 тысяч. Сменить авто, кстати, вот, смотри, сменить авто. Что у нас? У нас есть, кстати, 35 косарей. 35 косарей мы сможем в погоне, в принципе, гонять. Попробовать открыть. Ну-ка, давай откроем. Чего нет? Деньги же есть, ну. Все, у нас теперь новая тачка. У нас теперь 4-ка, если что. Нормально, плавно сегодня у нас выполнен. Сколько надо тут было? Количество выписанных нарушений с достаточно фарами. Это надо ночью делать. А, кстати, 80 тысяч я получу. Нормально, неплохо. Из-за непристегнутой мне безопасности. Так обновить. Нет, обновлять я не буду. Короче, ладно, ребят, давайте заканчивать. Пишите в комментариях, стоит ее еще эту игрушку поиграть или нет. Я бы, честно говоря, поиграл. Все зависит только от вас. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.